Три города, 7 тысяч километров, 4 дома и полет на самолете. Такой длинный путь преодолел кот Патрон, чтобы приехать из зоны спецоперации в Иркутскую область. Волонтеры привезли животное родителям погибшего бойца. Патрон был другом Андрея Непомнящих из села Казачинское. Сибиряк приютил котенка в укрытии на передовой. Холил, лелеял, рассказывал о нем маме. При выполнении боевых задач Андрея не стало. Ему было 34. Мужчина посмертно награжден орденом мужества за отвагу и самоотверженность. После похорон мама попросила привести кота, о котором так много рассказывал сын. Даже говорят, что они на одно лицо похожи. Так бывает, когда животное любит своего хозяина, что часто говорят, что чем-то похожи. И боец был молодой, привязан к патрону. И когда случилась вот эта трагедия, мама попросила найти этого кота и привести им семью.